Озвучено проектом Шаурма Студиос. Текст читал Шаурма, а я... Санс, тупой придурок. Ты хороший друг. Привет, ты не пытался воскресить Инка с помощью марионетки? Она же у тебя есть? Идиоты! Даже Инк не мог создавать живых существ. Слово «разрушитель» вам ни о чем не говорит. Хейяр! Ты смог! Ты вернул меня! Я понял, ты был прав! Давай вместе уничтожим Сяо! Конечно, чернильница! Ты бы знал, как тут было одиноко без тебя. Эрер, ты разве не волнуешься за голубику? Ведь хоррор может что-нибудь сделать. Мне все равно. Пусть там хоть апокалипсис случится. Мне плевать. Эрер! Вот мы кое-что выяснили. У голубики есть то, что ты не должен видеть. Связано с Инком. Любопытство не берет верх. Чего? Прости, приятель. Кажется, один мелкий скелет злоупотребил моим доверием. Голубичка, Эрер идет, прячься, кое-кто ему про записки разболтал. Ты куда? Ой, нет. Вау, эта вселенная становится интересней. Еще одна никчемная ошибка. Скажи, где я могу найти местного Санса? Он наверняка крутился тут неподалеку. Понятия не имею. Он свалил отсюда не так давно. О, звезды! Я надеялся хотя бы до дома успеть добежать. О, я смотрю, он смог втереться тебе в доверие, раз ты его прикрываешь. Ха! И зачем ему дружить с отморозком вроде меня? Он слишком добр. Это его тактика. Он самый слабый из всех Санса, не считая тех, что являются детьми. Все мелкие и слабые говнюки стремятся окружить себя крутыми друзьями. Элементарная трусость. Эй, мелкий глюк, ты врал мне. Выходи, я позабочусь о том, чтобы ты сдох быстро. Это ни в коем случае не должно попасть к Эру. Если он как-то узнает, то уничтожит тебя и твой мир. Не задумываясь об этом устройстве, должен знать только ты и другие. Андайн схему нарисует примерно. Я оставил чертежи в баночке красного цвета. Необходимо для устройства материал защиты внутреннего барьера. Внимательно читай предупреждение. И самое главное, убедись. Итак... Я могу выйти, пока он не озверел окончательно. Или попытаться ускользнуть. Тогда я, возможно, смог бы добраться до дома и уничтожить записки. Но когда он об этом узнает, то точно прикончит. И это при условии, что я вообще смогу уйти незамеченным. Этот грёбаный мир давно надо было стереть. Как думаешь, что бы он сделал? Что бы он сказал, будто он здесь был? Наверняка попытался бы разрешить все мирно.